Всем привет. Всем привет. На выполнении задания, вот на 21 уровне боевого пропуска, у вас открывается новое задание. Уничтожить 5 игроков, сделать 5 помощи, захватить 5 баз в аркадных РБ, боях морских, авиационных, танковых. Ну, это делается на технике от 2.7 и выше, как написано. Самое главное, ребят, не пропустите. Вот открытые испытания, вот они со звездочками. Закрытый. Это календарик. Вот они. Вот оно задание. Оно сам внизу появилось. Я уже 6 раз выполнил. 6 из 5. 6 раз по 5 сделал. Ну, один раз 5 помощи сделал на зенитке. На самолетах улетал. И вот оно последнее задание, которое надо выполнить. Все 16 заданий. Ни одно только сейчас выполнено. Тут набитом фрагов. 242 фрага сделано. На сегодня, думаю, бетлон марафон сделаю. 100 боев. Еще плюс 30 будет. Очков. Самое главное, ребят, не забудьте, вот 21 уровень, вот он 21 уровень, у вас откроется вот это задание, дюжина пятерочек, чтобы вы не прозевали его. Можно его сразу добавить сюда, в избрано, все достижения, профиль, боевой пропуск, ищите дюжину пятерочек, вот она, ну, сам внизу, вот она, ну, и по очереди так идут. Активируйте его галочку, ставите, если хотите, и вот она сбоку отслеживается. Сейчас я еще наклеечку поставлю. Наклейки до 22-го. Шведская наклейка. Где она? Достижения. Наклейки. Как я делаю? Отслеживать, выполнять задание наклейки. Ставим галочки. И вот она появилась. Вот она. Ты, по-моему, до 20 можно достижения добавить. Всего лишь. Катаюсь вот на шведах, на 3.7. Ну, основная это у меня боевая подружка. Катается, захватывает точки. Либо набивает 5 фрагов. Ну, скорострельность что у них хорошая. Правда, сколько уже боев откатал, блин. Зарядка люди, 230. Ну, ладно, подождем еще. Может, будет быстрее заряжать. Ребят, не забудьте, да? И еще вот магазин военных облигаций. Купить особую задачу. Можно только после того, когда вы выполните ежедневные задания. Я слежу ежедневные задания, вот они. Я уже выполнил. 3 из 3 можно было получить. Если можно купить, то будет написано, допустим, можно купить 4 особые задачи. Тогда я могу еще купить. Так я не могу купить. То 3 и 3 уже сделал. На облигации что-то не идут. Или идут, но я не замечаю. Награда получена, награда получена. Что-то, наверное, вроде как и было на этом месте, так и осталось. Раньше можно было навести. 37-й... При получении приза за 37-й уровень боевого пропуска. То есть, хочешь не хочешь, задротить придется по-любому. Прикольно.